знаете, как говорится, да, сейчас помогу. В чистом поле. Вот мы практически. Доброе утро, где-то на 150 каком-то километром от Москвы. Проснулись утром, подумали, почему бы не съездить на завтрак к моей подруге, которая все бросила и переехала жить в Коломну, родила третьего ребенка. И, как вы поняли, вышел в поле. Что Герман сел делать? Так что доедем и уже включимся. Смотрите, на трассе перекрытия я решила поехать к Ане в тот момент, когда у них какой-то велозаезд. Ай! Вот, собственно, мы доехали, все перекрыто. И теперь мы пойдем вот сюда, куда-то через мост, искать Анин дом. Я надеюсь, по погоде сегодня удастся прогуляться здесь, потому что я сколько была в Коломне, вот мне Аня звонит. Да-да, алло. Алло, ну вы мост перешли уже? Мы переходим через него. Мы сейчас мы за собой выгуляем. Давай. Да. Я не понимаю, зачем это, они везде зимой звали, а тут решили лето. Ты не говоришь, да, что ты опять беременна? Не говорю? Да. Так уже что уж молчать-то? Обалдеть, что? Я говорю, мать бросила в Москву, уехала, родила третьего, и тут как бы четвертый, что? Я уже вообще-то тобой не успеваю. Оказывается, то место, где я с ней была года два назад, не прижила, они отсюда переехали. Сейчас они живут прям в центре Коломны. Вон они там что-то ковыряются. Сейчас я хочу попробовать запустить дрон и посмотреть, что же здесь вокруг. Пойдем туда. Пойдем. Я вообще думала, что пойдем. Я как раз Максим возил. Плюс здесь в городе такси дешевле общественного транспорта. Ватрушки-плюшки. Здравствуйте. Ой, все, да? Супер. Спасибо большое. Калачи. Ну-ка, расскажи мне, сколько здесь церквей на один квадратный метр? Это же Кремль, в одном Кремле, наверное, 7. Очень. Нет, мы быстрее уже доехали. Вот приходит к нам в школу. Вот это вот, кстати, вот это вот школа на центральной площади старшего. Мама, можно? Вот дальше идет с сыром. Это с повидлом яблочным, это картошка, пицца, две штучки осталось. Их нельзя. Так, так вы с чем взяли? С картошкой? Вы берите, с чем вы брали? Вот мы. Салют! Я уже... Ребята, как погода? Слишком холодно. Красиво очень. Кто думает, что у меня тоже все спокойно. Этим еще делают, да, все.
на огне. А, вот сюда. Вот здесь мы сидим. Мы сегодня обошли просто все здесь, вокруг гуляя, несмотря даже на эти черные тучи, которые просто преследуют нас постоянно. Слушайте, я уже не знаю, это, наверное, раз третий, когда мы за последние 3 часа прячемся от дождя. Пошел. Не я. Так кого-нибудь вот так из своих заставить покататься. Бульдык. Все, все, не делай. Бульк. Не видел? Не видел? Идем с речки, и тут нам говорят, что тут концерт. Кто знает, кто это? Мы пришли с улицы, и как бы все мокрые немножко. Рафик, тебе дали штаны? Ну, тебе как раз. Малыш, кто малыш? Лодка? Ой, как хорошо. Все, мы уже садимся в машинку. Темно так? Маши мне ручкой. Ой, эти детки. Все, Гер, пока. Я ушла. Сегодня, если честно, уже 3-я тренировка. Я до этого 2 не снимала, как Герман у нас учит кататься на скейте. Робик, Робик, Робик. Аккуратно. Если упасть, хоп, и съехали. Давайте, голову не. Тем временем, за кадром. Чем я хуже, скажи, чем я хуже? Притащила меня сюда, я тоже буду развлекаться. Ура! Ну давай, я смотрю. Не-не-не, мы попозже приехали. Пасы подавать. Не надо его звать. Еще раз тебе повторяю, Гер. Не-не-не. Слушайте, я прям блогер, не блогер. Как давно у меня не было никаких клевых распаковок. Смотрите, мне пришли новиночки от Урьяш. Первая у меня будет вот такая увлажняющая Beauty Fire, называется, для всех типов кожи. Так, а вторая штукенция, это у нас компактная крем-пудра. Давайте ее достанем. Сейчас я все распакую и вам покажу. Давайте откроем. И пока буду наносить, смотреть по текстуре, прочитаю, что тут написано. О, слушайте, какой он приятный. У него очень классный запах. Он абсолютно не липкий. И вот написано, что он подходит даже под базу, под макияж. Ой, какой приятный. Слушайте, мне нравится. Еще после Турции, когда я вся сухая, прям класс. И пудра, смотрите, с SPF 30.
Так, этими штуками я обычно не пользуюсь. Не люблю даже с собой их носить, я люблю кисти. И вот она сама пудра. А вот и я. Всем здрасте. Здрасте от Насти. Слушайте, на самом деле это оказалось крем-пудра. Я ее попробовала. И она сделана на основе термальной воды. И такая кремовая. И очень, она прям вообще, посмотрите, еле-еле оставляет следы. В общем, я все потестирую. Если будет интересно, может, в Инстаграме, в сторис где-нибудь расскажу. Но такая прям, и запах у меня тоже отличный. Так что следите или пишите сами в директ, кому интересно, нравятся мне эти продукты или нет.